Шотландии. Сегодня у нас в гостях Оксана Роговец. Это вообще человек, который организовывает здесь ежегодно русский бал. И при этом очень такой человечный бизнес-вумен. Строил его достаточно известный архитектор, его звали Вильям Пирс. Тот самый, который строил Холи Руд. Вот, я живу в Эдинбурге уже 27 лет, и тогда туризм был совсем другой. За все эти годы у меня не было ни одного человека, ни одного туриста, которому бы Шотландия не понравилась. Уже часам к 3 ночи я уже так устала, что я уселась на могилу и думаю, господи, когда же это все закончится? Что там, значит, живет старая графиня, и она знает все свои 17 привидений. Вот эту какую-то такую природу дикую, спокойную, чистую. Я очень люблю острова. Действительно, Шотландия – мир сказок, чудес, каких-то замков, необыкновенной природы. Море, небо, воздух и очень много голубого света. Вот. Ну да, когда клиенты уезжают, они знают, что здесь живут единороги. Есть да, смешная история. Я привезла своих клиентов в замок Гламс. А это родственница королевы. И я... Мораль. Надо быть вежливым всегда. Ой, Оксана, хочется обязательно спросить про русский бал, поскольку он такой, ну, довольно известное мероприятие в Шотландии. Скажите вообще в целом, сколько лет он проходит и в чем его основная цель? Хороший вопрос. Не сколько лет он проходит, я не помню, потому что началось это очень давно. Вот, и основная цель, вот пока вы меня не спросили, мне даже в голову не приходило задать себе вопрос, какая цель русского бала. Началось это все такой между собойчик, было нас мало русскоговорящих, мы хотели как-то отмечать праздники вместе. И вообще идея принадлежала не мне, это я точно помню, у нас было несколько человек, которые вот собрались и решили сделать это мероприятие. Началось все 20 человек, 30 человек, потом нам стало мало места, мы стали перебираться из одного отеля в другой, и выросло это все вот до 200. И честно вам скажу, действительно, вот цель этого бала до сих пор была мне не особо ясна, потому что это мероприятие, можете вас удивить, но оно абсолютно некоммерческое. Наша компания практически спонсирует это мероприятие уже много лет. Когда-то там, мы уходим совсем в минус, когда-то в ноль, и очень редко бал дает прибыль. И я всегда думала, вот каждый год я говорю, ну вот все, хватит уже больше, на следующий год точно уже хватит. Да, никаких балов. Вот, и в принципе потом я поняла, что действительно городу нужен вот такой праздник. Именно русскоговорящей общине нам нужен такой праздник. Возможность встретиться, возможность отметить Новый год красиво, торжественно. Не просто собраться, да, а именно... Чтобы это было красиво, да. Я думаю, что основная все-таки цель этого бала именно заключается в том, чтобы в городе была какая-то русскоговорящая, вот, такая, вот такое мероприятие или что-то, вот какая-то точка, которая бы собирала всех желающих. Но мне кажется, что балу нужно немножко, так скажем, молодых идей, каких-то вот новых, современных, каких-то, может быть, какой-то программы. То есть надо, чтобы в этом году у нас было больше молодых участников, и праздник совершенно преобразился. Они совершенно внесли такую новую струю, и мне кажется, что вот необходимо для организации бала привлечь вот какие-то новые молодые таланты, новых молодых каких-то свежие активистов, идеи, да. Вот, так что цель была... А когда он проходит, можете сказать? Каждый год, это старый Новый год. Каждый год. А у него есть какая-то программа или это просто ужин? У него каждый год программа предполагается, зависит от того, опять же, какой у нас бюджет, и зависит от того, в общем-то, кого мы найдем для того, чтобы ввели программу. Ну, самый звездный бал у нас был, когда, ну, для меня лично, когда в нем принимали участие Татьяна и Сергей Никитин. Это русские барды, очень известные, и для меня это была большая честь их принимать, и у них был концерт, это было вот самое-самое такое запоминающее. Запоминающиеся для меня, и программа всегда предполагается, но зависит, кого мы можем найти, зависит от многих факторов, поэтому программа, она всегда произвольная. А он проходит все время в одном и том же помещении? Ну, в принципе, раньше я его всегда проводила в отеле Balmoral, потом проводила в отеле Каледония, в общем, мы не привязаны особенно к помещению, зависит.
зависит. А как о нем можно узнать? Вот если человек только приехал в Эдинбург, хочет поучаствовать в этом мероприятии? Хороший вопрос. Искать? У меня есть база данных тех, кто приходит каждый год. Я делаю рассылку. И в этом году обычно как бы больше, чем это, я никогда не делаю никакой рекламы. Но в этом году, да, я делала Facebook пост. Но только так. Только так. В общем, ищите в соцсетях. Ищите в соцсетях. Все там сейчас. Мы основали русскую школу много лет назад. Это была... Это ваша школа? Нет. Это вот активисты. Это нет. Я там вообще... Были девочки. Даже сегодня пыталась вспомнить, кто же был первый, кто. Это было так давно. И это было, в общем, на общественных началах. Эта школа продолжает жить. Вы знаете, да русская? Да, мы туда ходили даже. То есть это вот еще тогда, когда наши дети были маленькие. Школа. Потом у нас появилась традиция отмечать Пасху. Каждый год Пасху мы отмечаем в Розлин. Опять же, это началось с того, что было у нас 2-3 семьи и дети. И вот у меня до сих пор есть фотография еще той 20-летней давности, где нас всего 10 человек в этот Розлин. Сейчас, если вы приедете в Розлин на Пасху, там уже 200 человек. Глазго раньше приезжали очень часто. Сейчас они приезжают меньше, они молодцы. Они сделали свой бал в Глазго, есть свой бал в Абердине. Раньше как бы все съезжались в Эдинбург. Теперь у каждого города есть свое мероприятие, что здорово. Наоборот, это хорошо. Люди как бы... Многие рассматривают это конкуренцию, я не вижу в этом никакой конкуренции. Вообще, я говорю, мир настолько обширенный, настолько богат, всем хватит, люди. Всем все хватит. Вот. И очень здорово, что у них свой бал. И вот этот пикник в Розлин, он проходит каждый год. Так что присоединяйтесь, да, с детишками, продолжайте традицию. Мы начали ее давно, но мы же уже все там разъезжаемся уже каждый. Это надо, чтобы это все продолжалось. Значит, пикник. Потом, значит, сейчас вот девчонки организовали на 9 мая бессмертный полк. Но тоже мы отмечали 9 мая, тоже в Розлин, небольшой компании, пели там военные песни, это тоже. То есть настолько мало всего происходит в Эдинбурге, именно с русскоговорящей диаспорой, что мне иногда даже жалко. То есть как бы, ну, приезжают же новые, молодые, должно что-то быть новое. Очень любила сюда приезжать. Это было такое уединенное место, и она приезжала сюда с прогулки. И вот здесь, в очереди, она всегда сидела, и ей приносили джин и тоник. А семья ее за то, что у нее было пристрастие к джин и тонику, не одобряла, так скажем. Поэтому, когда она приезжала сюда, это было такое место укромное, где она могла спрятаться и выпить бокальчик джин и тоника, в общем, не совсем разрешенного, так скажем. Вот. И прислуга во дворце, зная ее пристрастие, всегда подсовывала, где-то у нее были такие укромные места, где можно было поставить этот джин и тоник, и вот она там, проходя мимо его, так чуть-чуть, так скажем, выпивала, ну, семья делала вид, что не знает. И история вот как раз такая, что сюда она приезжала очень часто, останавливалась, пила свой джин и тоник, и местный персонал ее очень любили и, в общем-то, знали. Примерно, да, когда явится королева-мать, и до сих пор вот есть в отеле люди, которые вот помнят эту историю, но она уже обросла всякими небылицами, и, в общем-то, где правда, где ложь, уже трудно отличить, но рассказывают ее с удовольствием. То есть здесь нужно пить джин и тоник, потому что королева себя хочет. Оксана, вот у вас уже бизнесу лет 20, да? Можете сказать, насколько просто было, легко или сложно тогда открыть бизнес здесь, в Шотландии, вообще вести бизнес? Ну, на самом деле, уже немножечко забылось, как это было сложно или легко, не могу вам сказать. Мы увидели офис, мы решили, что нам нужен офис, что нам нужно открываться. Не страшно было? Вы знаете, наверное, нет. Мне, наверное, сейчас какие-то вещи более так некомфортны. А в то время, в том возрасте, мне вообще было ничего не страшно. И сейчас-то, в общем-то... То есть нужно быть немного отчаянным, наверное. Немножко, да, наверное, я думаю, что да. А сейчас у вас большая компания уже? Насколько она разрослась? Ну, сейчас у нас 3 бизнеса. Это мы занимаемся визами в Россию для жителей Великобритании, а также визами в Индию, Китай. То есть это отдельный бизнес, который... Ну, вообще все идеи нашего бизнеса принадлежат моему мужу, если честно.
Я, на самом деле, больше как бы такой, знаете, как бы человек, которого знают как лицо компании. Uh-huh. Действительно, нас очень многие компании в России знают, клиенты. То есть я такая обложка. Вот. Но на самом деле все вот глубинные процессы, которые происходят, это его заслуга. Uh-huh. И второй вот это туристический бизнес. Мы занимаемся индивидуальным туризмом. И третий наш проект вот сейчас, это мы подписали контракт с французской компанией Panant. И мы занимаемся экспедиционными круизами по всему миру. Ничего себе. То есть это новая, да, такая страница, очень интересная. Вот. Так что сказать, да, наверное, сложно было, если честно. Да, нам было и сложно. И страшно, и сложно, ну, да? Ну, да, наверное, да. Наверное, да. Наверное, да. Ну, а сейчас вот бизнесом, вот спустя два десятилетия, вы можете сказать, это вообще, ну, во-первых, стоила ли игра свеч? Ну, конечно. А во-вторых, конечно. Насколько сейчас бизнесом заниматься уже стало проще или сложнее, вот если оглядываясь на те времена? Ну, конечно, заниматься однозначно стоило, потому что я познакомилась с такими удивительными людьми, как mm-hmm. и клиенты, так и поставщики наши, и коллеги. То есть это однозначно. Ты никогда не смог бы встретиться даже с половиной mm-hmm. тех людей, которые тебе дают возможность в туризме. Сейчас, наверное, в какой-то степени, может быть, стало сложнее, потому что бизнес изменился, и если раньше туристы всегда искали вот такого вот человека на месте, который знает, куда поехать, что посмотреть, то сейчас очень много самостоятельных путешественников. Бизнес изменился, это совсем другая уже, другая эпоха, другое время. Угу. И, например, туристы, которые моложе, они предпочитают уже сами искать свои дороги. Что тоже здорово, вот. Но поэтому мы, в общем-то, выдумываем всегда какие-то новые проекты. И, как я вам уже говорила, мой муж, он всегда что-то новое ищет. И, в общем-то... А насколько сейчас это конкурентная среда? Насколько много компаний вообще в Эдинбурге? Насколько, допустим, перегрет ли рынок или, наоборот, еще есть место? Вы знаете, как бы всегда есть место. Не бывает такого, что кому-то нет места. Бизнеса хватит всем, и для всех он есть. Туристических компаний в Эдинбурге, я не знаю, если есть именно туристические компании, если честно, но очень много частных предпринимателей, которые занимаются туризмом. И, в общем-то, я очень благодарна, что их становится больше и больше, потому что благодаря этим людям вообще мир, наш русскоговорящий мир, узнает о том, что есть такая прекрасная страна Шотландия. Все мои коллеги, они вкладывают огромный труд в том, чтобы рекламировать Шотландию, показывать, насколько эта страна прекрасна. И благодаря вот именно этим людям все больше и больше клиентов приезжает в Шотландию. А бизнес есть всегда. Для всех. А вот есть ли у вас какой-нибудь совет для начинающего бизнесмена, может быть, в этой сфере, или вообще, может быть, какие-то вдохновляющие слова, что вот не бойтесь, или, ну, я не знаю. Возможно, все. Все возможно. Все возможно, все да. делайте, возможно, все. Мир открыт, мир весь ваш. Вопрос такой, шотландское правительство как-то помогает бизнесу или мешает, или вообще какое его участие? Вы знаете, ну, я скажу так, мы никогда никакой помощи не получали. Uh-huh. Может быть, мы ее не искали, я не могу сказать, как бы здесь такой однозначный ответ трудно дать, но в свое время, когда русский рынок считался перспективным, туристическая организация Visit Scotland, это офис по туризму, они вкладывали деньги в то, чтобы привлекать больше туристов в Шотландию. Занимались рекламными турами, финансировали. То есть напрямую мы никогда не получали никакой помощи ни от Visit Scotland, ни от правительства. Но поддержка была. Вот когда уже отношения немножко стали такие более сложные, они переключились сейчас на Китай и Индию. Но в свое время поддержка была, если честно. Угу. Да. Когда мы открывали офис свой, и на открытие мы пригласили очень много гостей, были наши друзья, были клиенты. И получилось так, что на открытие пришли члены группы Назарет. И, по сути дела, они открывали нам офис. И что самое забавное, они пели песню «Калинка-малинка» на русском языке. Как они с этим справились? Вот, но они в то время очень много гастролировали по России. Ну, да. И вот как раз они рассказывали о том, как их принимали в России, как их учили есть
и пить всевозможные русские напитки. И вот калинку-малинку они выучили в одном из вот своих таких путешествий. Они очень такие простые ребята в общении, очень интересные, веселые. Но самая странная история заключалась в том, что когда я была ребенком, мой брат всегда слушал «Назарет». И я их ненавидела всем своим существом. Поэтому, когда вот у меня представилась такая возможность, я им сказала: вы знаете, я вас еще в детстве слушала. Но подробности я уже не стала рассказывать. Но это забавно, да, что вот иногда ты встречаешься с людьми, которые вообще откуда-то из твоего давнего-давнего прошлого. Хорошая история. Больше вы их не видели. Нет, они у нас визы делали постоянно, когда ездили в Россию. Нет, мы их видели, приходил Пит, вот, всегда веселый, всегда в хорошем настроении, заказывал визы. Да, потом постепенно, да, они перестали ездить так часто. Тогда, мне кажется, еще Советский Союз, когда рухнул, открылись двери. Еще замечательную, да, даму, и я с ней, к сожалению, не была лично знакома, только с ее сыном. Звали ее Евгения Фрейзер. Очень советую вам почитать книгу, называется «Дом над Двиной». Это о Шотландии, России, а это, об этой книге знают очень мало, она на русском и на английском. И вот я была знакома с ее сыном, который тоже очень часто ездил в Россию. Это, пожалуй, я думаю, что это одна из немногих книг, которая описывает жизнь в Шотландии и в России с точки зрения девочки, которую вывезли во время революции. В Шотландию здесь жила ее бабушка. И вот она описывает, в чем различие Шотландии и России. Здорово. Очень трогательная книга. Советую вам. Да. Оксана, спасибо вам большое, что вы с нами пообщались, рассказали нам столько интересного про Шотландию. Я думаю, что нашим зрителям тоже это интересно, даже те, кто еще не собирался ехать, я уверена, уже собирают чемоданы. Спасибо за ваше время. Я надеюсь, что мы еще будем на связи, и, может быть, если нашим зрителям понравится, еще что-то снимем с Оксаной. Да, спасибо вам, что пригласили. Пожалуйста, приезжайте в Шотландию. Шотландия необыкновенная страна. И до новых встреч. До новых встреч. Yeah, of late, Dean John Collins, Don French, Chris Pine, you know, Captain Kirk from the Star Trek movies, Woody Harrelson, Gerard Butler. Nice. So we've had a few. Noel Sullivan from, he was in Hearsay, pop group. He stayed, he actually got married here. Who else? Graham Gooch, England cricketer. A few of the old international rugby players, especially during the Six Nations and the Autumn Tests. They stayed prior to one of the events that we have. We've had quite a few. It's just trying to remember, you know, everybody. Ellie Goulding, she was another one. Pet Shop Boys, they've stayed. And a few others who are chief executive officers and that of banking companies, telecommunications and things like that. Banking people. We get quite a lot, but it's... Ну вот, наше интервью. Мы вообще не хотели его прерывать, если честно. Мы бы еще и разговаривали, расспрашивали, расплорашили Оксану, потому что она знает, ну, очень много о Шотландии, о шотландцах. То есть вот, да, хочется с ней еще встретиться. Вот если вам понравилось, напишите нам, вы нам поможете еще раз снять с Оксаной интервью. Еще раз подошли и попросили дать нам интервью. Вообще, надо сказать, что она, я надеюсь, что она вас сразу же влюбила в Шотландию, настолько интересного рассказала, и вообще настолько это было эмоционально интересно. Вот, поэтому уже давайте собирайтесь и приезжайте. Ну и, наверное, вот мы сейчас уже, как изначально мы как блог хотели вот показать сразу Шотландию, но сейчас нам все хочется больше знакомиться и показывать интересных людей, живущих в Шотландии. Поэтому вот, да, спасибо Оксане за то, что она согласилась поучаствовать в нашем интервью. Да, спасибо большое, присоединяюсь. А вы, пожалуйста, не забывайте поставить нам лайк, подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. А мы увидимся с вами в следующий понедельник. Да, спасибо вам большое. Пока-пока. Вот они, родненькие. Все говорят, где они? Вот это пресса.
остался цел. И вы можете просто сюда заехать на его территорию и вот, собственно, увидите этих рыжих чудиков. Это прям в городе, правильно? Это прям в городе, очень классно. А это сегодняшнее наше интервью, оно было или будет? Давай. Да. Снимаем в Престонфилд, потому что... А почему? Потому что она позвала. Да, да. Как я сидела на могиле. Кстати, напротив Джордж Хериетс, там вот эта тюрьма комбинаторов. И уже поздно. Я сижу, луна полная. Кладбище. Да, кладбище. Они все ходят и ходят. И я села на могилу. Думаю, господи, когда же это закончится? Еще раз спроси. Нет, подожди.